Чтобы приготовить такой сочный карбонара с лососем, первым делом ставишь вариться макарончики, потом порезаешь на кубички вот так красивый модный лосось. Отдельно желток перемешиваешь с пармезанчиком. Теперь лосось нужно хорошо пожарить. Добавляешь на него черный перчик и опять жаришь. Теперь делаем соус. На желток добавляешь водичкой из-под макарончик, перемешиваешь и добавляешь туда лосось. Тоже перемешиваешь, получается густой, сочный, красивый соус. Потом добавляешь туда макарончики, немножко еще водичка, чтобы был такой жижи становился. И теперь немножко шпинат тоже добавил, перемешал и выкладываешь на тарелку и можешь кайф. Мама мия, как это вкусно, я тебе отвечаю, будешь пальчики облизывать. Приятный тебе аппетит, мой Дрю.